Здравствуйте, уважаемые любители самбо и дзюдо! Калиста Фильм предлагает вам видеокаталог учебных DVD-фильмов. Перед вами первый сборник из 6 DVD «Звезды японского дзюдо». Код сборника SBR1, продолжительность 360 минут. Купить сборник можно на сайте kfvideo.ru или заказать по телефону устно или прислав смс-сообщение. Дальше мы вам расскажем о каждом фильме, вошедшем в этот сборник. Фильм первый. Техника и методика дзюдо в исполнении Исухиро Ямасита. Глава первая. Асотегари. Отхват. Это один из коронных его приемов. В фильме он много и подробно показывает. Мы старались снимать так, чтобы было понятно, для правшей и для левшей. Объясняя технику асотогари, Ямасита затронул следующие темы. Как работать руками в данном броске? Как действовать бросковой ногой? Как разворачивать стопу при броске? Как двигаться на опорной ноге. Он подробно прошел по всем деталям броска. Вот несколько примеров его борьбы на чемпионате Японии. Надо учесть, что он боролся свыше 95 килограммов, и его собственный вес превышал 120 килограммов. Его скоростным данным могут позавидовать борцы более легких категорий. 9 раз он выиграл чемпионат Японии. Учикоми. Это специальное упражнение дзюдоиста. Вы еще не раз увидите в наших фильмах это упражнение к разным броскам и в исполнении разных дзюдоистов мира. Комбинационные действия. Ямасита показал асотогари сацаэцу руками аши, отхват, передняя подсечка. Асотогари оучигари, отхват, зацеп, изнут. Фильм создан в форме семинара и предназначается для тренеров и спортсменов всех уровней подготовки. Следует учитывать, что Ямасита показывает японскую школу борьбы. Глава 2. Учим мата. Подхват изнутри. Следующий коронный прием Исухиро Ямаситы. Объясняет технику учимата, он затронул следующие темы. Как действовать маховой ногой? Как работать руками? В частности, не только тяга вперед и вверх, но и в некоторых моментах движение вниз. Он показал, как двигаться на опорной ноге. Кроме этих приемов, в фильме он показал технику оучигари зацепа изнутри, и очень подробно объяснил технику выполнения душащего захвата отворотом кимоно. Учикоми к подхвату изнутри. Если вас интересует этот прием, то увидеть его в другом объяснении можно будет у японского мастера Хироши Катаниши. Фильм второй. Техника и методика дзюдо в исполнении Ясухико Мариваки. Глава 1. Ко Сотогаки. Зацеп снаружи под пятку. Интересен и одновременно необычен вариант выполнения этого броска. В этом техническом действии можно объединить одновременно два броска. Зацеп под пятку и подсечка под пятку.
Мариваки отличный демонстратор. Показывая прием, он выделяет своим движением каждую деталь броска. Одновременно с этим приемом Мариваки рассказал и показал, как выполнять технику Коучигари, зацеп изнутри под разноименную ногу. В объяснении он потратил много времени на движение ног, поворот корпуса, предварительный и окончательный захват. Показал варианты развития борьбы, то есть комбинационные действия. Глава 2. Японцы Йонаги. Бросок через плечо. Рассказывая об этом броске, Мариваки показал несколько своих вариантов его выполнения. Глава 3. Борьба за захват. Очень важная тема джидо. Об этой стороне борьбы много говорят, но мало показывают. Мариваки достаточно подробно разобрал эту тему. Он показал, как он боролся с рабочей рукой соперника, как сдерживал атаку соперника, в каком месте блокировать рабочую руку соперника, где и как захватить кимоно, как он освобождался от других захватов. Вся глава посвящена теме борьбы за захват. Здесь освобождение, взятие, перехват, захват. Данный фильм предназначен в первую очередь тренерам и спортсменам, имеющим хороший уровень соревновательной подготовки. Надо учитывать, что Ясухико Мариваки демонстрирует японскую школу дзюдо. Фильм третий. Техника и методика дзюдо в исполнении Сёдзё Фудзи. Фильм скорее не о технике и методике, а больше о тактике борьбы. У Фудзи своеобразная манера борьбы, которая помогла ему стать 4-кратным чемпионом мира. В фильме он показал тактические действия к броскам Сёёнаги, бросок через спину, Коучигари, зацеп изнутри под разноименную ногу, а также несколько комбинаций с бросками Томаинаги, бросок через голову, и Таятоши, передняя подножка. Он хорошо владеет таким приемом подготовки броска, как фехтование ногой. Сразу надо заметить, что исполнение этих бросков у него резко отличается от других мастеров дзюдо. Его манера передвижения и постановки корпуса очень интересны, а для многих борцов необычны.
Тактика борьбы за захват. Здесь Фуджи затронул следующие темы. Как бороться с рабочей рукой соперника? Как защищаться при захвате двух отворотов? Когда и как менять захват? Показал он на примере захвата за отворот. Показал интересный способ перехвата захвата. В этом сборнике только Ясухико Мориваки и Сёдзё Фудзи разобрали тему борьбы за захват. Данный фильм на 90% рассказывает о тактике борьбы. Предназначен он в первую очередь тренерам и спортсменам, имеющим хороший уровень соревновательной подготовки. Интересный факт из спортивной карьеры Фуджи. С его слов, на тренировке за день он выполнял 2000 подворотов. Фильм 4. Техника и методика дзюдо в исполнении Кацухико Кашивадзаки. Король броска через голову, так можно сказать об этом японском мастере. Глава 1. Тамаинаги. Бросок через голову с упором стопой. В фильме он показал 6 вариантов исполнения броска через голову. Лучшего демонстратора нет даже в Японии. Варианты, придуманные Кашивадзаки, до сих пор копируют, изучают и преподают по всему миру. Смотришь, как он исполняет бросок, и видишь динамику, легкость, скорость. Кажется, что так все просто. Однако, нужно присмотреться к деталям броска, о которых Кашивадзаки подробно объясняет. Каждый захват, манера передвижения, скорость исполнения очень важны. В этом небольшом отрывке мы, к сожалению, не можем показать все детали и тонкости, о которых рассказывал Кашивадзаки в фильме. Тренировка техники. Кашивадзаки показал свою методику обучения и подводящие упражнения. Он единственный, кто показал упражнения для обучения детей броску тамаинаги. Достаточно простой, но интересный способ. Если другие приемы можно увидеть у нас и в следующих фильмах, то бросок через голову только в этом и только в исполнении Кашивадзаки. Комбинация технических действий – броску через голову. Здесь Кашивадзаки очень разнообразен и вариативен. Во-первых, это его знаменитый вариант прыжком. Вот пример исполнения приема в финале чемпионата мира. Бросок через голову он легко комбинирует с подхватом изнутри, с подсечкой изнутри, с болевым приемом. Другой интересный бросок в его исполнении – при подвязке руки. Такой захват очень часто используется в России и завершается броском через голову, а Кашивадзаки
предлагает совсем другое исполнение. Глава 2. Хикоми Гаиши. Бросок через голову под садом стопой. Здесь Кашивадзаки предложил также несколько вариантов. Обратить внимание на скорость и ритм исполнения, а также на широту движений и точки захвата. Глава 3. Оучигари. Зацеп изнутри. В этом варианте бросок начинается уже на стадии борьбы за захват. У Кашивадзаки в подготовке броска участвуют все части тела, в том числе и голова. Это хороший методический фильм с огромным количеством важных деталей и тонкостей. Фильм предназначен для тренеров и спортсменов любого уровня подготовки. Интересный факт. Ту легкость, виртуозность и скорость броска он показывал в Москве в возрасте 57 лет. Когда Кашивадзаки спросили, в каком возрасте он начинал заниматься дзюдо, он ответил: «Не знаю. У нас есть очень маленькое кимоно, примерно на 3-4 года для детей. И как только кимоно подошло для меня, я оказался в зале. Он один из лучших мастеров мира в исполнении броска через голову. Его варианты исполнения поражают до сих пор даже самих японцев. Легкость и виртуозность исполнения достойны подражания. В 1975, 78, 79, 80-х годах он занимал первые места на чемпионатах Японии, а в 1981 году стал чемпионом мира. Боролся в весе 65 килограммов». Фильм 5. Техника и методика дзюдо в исполнении Кёта Кадзуки. Глава 1. Сёёнаги. Бросок через спину. Так как предлагает Кадзуки делать бросок через спину, в России считают ошибочным и в таком варианте стараются не преподавать. Все заключается в действиях руки при захвате за отворот. Кадзуки предлагает тягу рукой вперед-вниз, а не вверх, как это делают в России. Вся глава посвящена подробному показу и объяснению этого варианта. Если посмотреть очень внимательно, то становится видно, что такой вариант исполнения довольно эффективный. Одновременно становится понятно, зачем нужно делать такой низкий подворот в прием. Кадзуки не спеша и подробно показывает каждую деталь броска. Работу правой и левой руки в отдельности. Общий выдержание равновесия. Вход в прием с классическим низким подворотом. Для изучения броска через спину этот показ в объяснениях Кадзуки очень доступен и нагляден. Если, например, посмотреть исполнение броска через спину у другого японского мастера Хироши Катаниши, вы увидите это чуть позже, то там совершенно другой способ исполнения и преподавания. Если вы работаете тренером, то изучить этот вариант просто необходимо. Это школа японского дзюдо. В 1979 году Кёта Кадзуки стал чемпионом мира. Глава 2. Ко Сотогари. Подсечка в пятку. Данный бросок очень похож на зацеп стопой снаружи, но все-таки это подсечка. Это еще одна сторона дзюдо.
Кадзуки подробно показывают ситуации, где возможно применение этого броска, и они достаточно интересны. Данный фильм является методическим пособием для всех профессионалов и любителей дзюдо. Фильм шестой. Техника и методика дзюдо в исполнении Цукио Кавахара. Глава 1. О Сотогаре. Отхват. Один из лучших тренеров Японии специализируется на бросках отхват, зацеп изнутри, передняя подножка. Показывая технику броска, Кавахара подробно разобрал следующие темы. Работа руками, показал разные варианты выведения равновесия. Наглядно продемонстрировал каждый из показанных вариантов, показал, как нужно работать корпусом в этом броске. Что делает маховая и опорная нога? Сразу видно, что Кавахара занимается преподаванием. Уверенные и четкие движения, остановки в важных моментах, неспешное, но наглядное исполнение. Но бросок Асотогари в исполнении Сухиро и Масита, показанный им в первом фильме, очень хорошо дополняется броском, показанным Цукио Кавахара. Они не дублируют друг друга, а рассказывают о разных сторонах одного и того же приема. Глава 2. Тая Тоши. Передняя подножка. Сразу скажем, в этой главе есть один интересный момент, касаемый постановки ног для броска. Кавахара очень подробно разобрал его. Он также заострил внимание на расположении корпуса во время броска, распределении центра тяжести, выведении равновесия. Его неспешная демонстрация приемов хорошо подходит для новичков любого возраста. Глава 3. О Учигаре. Зацеп изнутри. Здесь Кавахара подробно остановился на принципах исполнения этого приема. Он поэтапно разобрал все ситуации в этом броске. Захват. Постановка ног. Действие корпусом, вход в прием, завершающие действия. Данный фильм является учебно-методическим пособием
для тренеров и спортсменов любого уровня подготовки. Вы только что посмотрели отрывки к сериалу «Звезды японского дзюдо». Продолжительность каждого фильма 60 минут. В этом сериале вы можете изучить следующие приемы. О сотогари – отхват. Учимата – подхват изнутри. Ко сотогаки – зацеп снаружи под пятку. Ипонсио наги – бросок через плечо. Томая наги – бросок через голову с упором стопой. Хико мигаиши – бросок через голову под садом стопой. Косотогари – подсечка в пятку. Таятоши – передняя подножка. Фильмы можно купить в одном сборнике или каждый в отдельности. Все подробности на сайте kfvideo.ru.